Мы, отряды Путина, обращаемся к Филиппу Киркорову накануне праздника 8 марта. И знаешь, что мы хотим, Филипп? Мы увидели, как ты изменился в лучшую сторону. Постройнел, покрасивел, голубые глаза, ты стал светлые волосы. А куда же ты денешь свои костюмы? Так вот мы, отряды Путина, очень просим тебя прислать их нам в Краснодар. Мы и пуговички перешьем, и брюки отрежем, юбочки сошьем, и кольца, и перья, и будем такие же красивые, как и ты. Филипп, у тебя есть 3 гусарских мундира. Один из них мне подойдет прекрасно. Филипп, какой ты стал красивый. Я смотрела тебя по телевизору, обалдела. Глаза голубые, блондин. Я не знаю, ты себе весь поменял гардероб. Пожалуйста, вот с моим ростом и с твоим ростом. Пришли мне брюки, я с них сделаю 2 платья. Филипп, у тебя столько много аксессуаров. Мне бы хотя бы одну какую-нибудь сумочку, я бы была самая нарядная на районе. Филипп, мы все годы гордились тобой. Ты уникальный, экстравагантный. Всегда одет хорошо. Все, и обувь, и накидки шикарные. Обувь мне не надо присылать. Мы по размеру не подойдем. Но я всегда удивлялась, какие у тебя шикарные накидки. Мне бы, пожалуйста, накидку. Мне больше ничего не надо. Филипп, вот ты видишь, вот ты в этой шубе. Я очень тебя прошу, пришли мне эту шубу. Я в ней буду красивая, я буду в ней демонстрировать. Я сама модель, поэтому я понимаю в вещах. Вот приглашать меня в Кремль, а я в этой шубе в твоей. Какая прелесть! Пожалуйста, Филипп, пришли мне эту шубу.